Сергей Григорян. Он на сцене. Порадуйте музыканта аплодисментами. Видно, что абсолютно не волнуется. Баттл щелкает, как орешки. Но, тем не менее, нам будет интересно, если вы подойдете к микрофону и буквально пару слов о себе скажете. Играете ли вы в какой-нибудь группе или же пока вы сольный творчество занимаетесь? Два концерта. Играю я, в общем, да, в парочке коллективов. Я думаю, что вы их не видите. Один называется «Буряков», второй называется «Стол». Вот теперь мы их знаем. Да, теперь мы их знаем. Нет, самое главное, мы услышали, что играет на гитаре давно, и вот сейчас мы посмотрим, насколько это давно соответствует сегодняшней действительности. Ну что ж, приступим. Ваши аплодисменты, друзья. Сергей Григорянцев. Thank you.
Ну, Кода тоже неплохая. Ваши бурные аплодисменты, друзья. Сергей Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий, несколько слов о себе. Кто вы? Что вы? Откуда? Я Виталий. Я из Амурской области, приехал 3 года назад. А какой город? Поселок Прогресс. Вы не знаете, где это? Приехал сюда в надежде собрать рок хорошую группу. Пока один в поиске, еще пока не отчаялся. Ждайте бабли, и люди потянутся к вам. Поехали. Ну что ж, название «Прогресс», мне кажется, обязует. Виталий Дольченко, второй участник, ваши бурные аплодисменты. Поехали.
второй участник. Спасибо. Выйди волшебные гитарные звуки, значит, выступление готов. Никита Дверко. Никита, нам бы было интересно еще узнать, откуда вы, играете ли в каком-нибудь музыкальном коллективе, какие боевые награды имеете, в конце концов, женаты ли. Да, микрофон можете поднять, как вам удобно. Мне 21 год, я самый молодой участник. Но в случае победы уже имеете право напиться у нас в баре, это нормально. Так. Нормально. Я играю в реалити. Что за стиль? Классика. Да. Ну что ж, тогда давайте приступим. Наносите первый удар. Мы готовы его принять. Thank you.
Никита Дверько. Чувствует мое колесовское сердце, все готово. Ну, будем услышать, рады будем услышать, кто вы, из какого города, играете в каком коллективе. Меня зовут Николай Гуров, я чуть-чуть погромче. Играю в разных коллективах. А город название? Самый Тургут? Название чего? Название того стиля, в котором вы сейчас разобьете наши сердца. Я вам нравится, но я из города Курган, пацаны. Сама, Курган, так и хочется крикнуть, дайте музыку, поехали. Thank you.
приглашаю на сцену наших участников. Уважаемые гитаристы, проходите. Ну и в том числе я прошу нашу судейскую коллегию не уходить. Судя по лицам Андрея Шаталина и Алексея Смирнова, у них-то как раз с вердиктами все в порядке. Они уже готовы, да? Без перебор. Проходите, пожалуйста, мы будем рады вас видеть. Получать славу. Ну где ваши полные аплодисменты, друзья? Где? Итак, собственно, симпатия, антипатия, оцените, пожалуйста. Молодым будет интересно ваш разговор. Я прошу прощения, в баре, если можно, да, музыку. Спасибо. Понравились все гитаристы, они все как бы кайфуют, но, к сожалению, приходится кого-то выбирать. Согласен. Спонсорские призы не резиновые. Второй, ну, остается, мы выбираем, я выбираю. Второй гитарист Левченко. То ли он не верит, то ли не слышит, то ли не знает. Виталий Донченко, наверное, да? Донченко! Четвертый Никита Зыков. И Никита Зыков. Это два гитариста, которых выбрал Андрей Шаталин. Так. Спасибо, Алексей. Друзья мои, вы хотите верить, хотите нет, мы ни о чем не договариваемся, не сговариваемся никак. Но, может, мы росли на одной и той же музыке, и мыслим этими категориями, но я точно так же у себя отметил гитариста номер 2, гитарист номер 4. И смотрите, друзья, я должен вам сказать, что очень важная вещь. Очень-очень все действительно хорошо и приятно, что это происходит. И приятно, что в наши современные сумасшедшие времена, во времена айфонов и айды, есть люди, которые... Есть люди тем, которые вот делают вот это все руками, вот на этом свистящем, жужжащем, порой ужасном звуке, но делают это сердцем, руками и душой. Вот это на самом деле самое главное. Я всей души желаю, чтобы все это продолжалось у вас, ни в коем разе не бросать. Тот, кто получил оценку чуть меньше по какой-то, может быть, причине, надеюсь, что это будет вам хороший телефон в WhatsApp, чтобы что-то чуть-чуть еще доделать и ни в коем разе это не бросать. Только не бросайте, ребята. Только ни в коем разе это не бросайте. Все будет отлично. Спасибо вам. Спасибо за рецензию. Ну что, где у нас Павел Зелинский? Приведите Вию. Вий, подойдите, пожалуйста. Ждем только вас, Павел. Это было бы красиво, если бы вы сейчас подошли и какой-то вердикт все-таки вынесли. Музыканты ждут. Спасибо. Ребят, ну на самом деле это очень ужасное вообще дело, неблагодарное, чтобы еще раз, когда вписался в такое, не дай бог. Это было жутко просто, на самом деле, потому что, ну, блин, представляю, как бы я там стоял, я просто сказал, да идите вы все. Трудно это, потому что, ну, блин, люди волнуются, да, и как бы критерии, я хочу сказать, что критерии оценки в данном случае, они ну, слегка не соответствуют тому, что производят ребята на инструментах, да. То есть у нас там, если я не ошибаюсь, там техника, скорость, там водитель, вот это, да. Вот. И как бы по большому счету у нас два гитариста, которые играют в абсолютно блюзовой манере, Леш, правильно же я говорю? То есть они прям насквозь блюзовые ребята, да? Вот. И два гитариста, которые такие, ну, как бы более типа роковые, да? Вот. И как вот здесь вот определить, кто лучше, кто хуже, да. Да, они лучше, поэтому я могу только сказать, кому я отдаю свой голос, и на этом прямо успокоиться. Да, я считаю, что вот Сережа, это мой голос. Я отдаю за Сережу. А вы знаете, неплохо, Павел. Неплохо. Вот сказал, так сказал. Аплодисменты, Павел Зелинский. Хорошо по-турецки чувствуете. Немножко расскажу, что же будет сейчас происходить. В отличие от первого тура, гитаристы будут выступать без дополнительной фонограммы. Это будет полностью импровизация, которую, собственно, наши судьи и будут оценивать. Именно импровизационный авторский момент со стороны гитаристов. И, собственно, каждый нанесет по несколько ударов в район печени, легких и почек. Надеемся, выживет сильнейший. А лучший из лучших получит главный приз сегодняшнего вечера.
по традициям Баттла. Небольшая импровизация со стороны одного гитариста, далее ответ со стороны другого. И так, я думаю, что мы обменяемся тремя ударами, и этого будет достаточно для того, чтобы понять, кто что говорит. Вы решили уже, кто из вас начнет? Тема нормальная, гитарный баттл, давайте по очереди, чтобы это было понятно. Итак, начинает Никита Зыков, друзья, ваши аплодисменты. Вы играете, показываете мастерство импровизации, далее ответ со стороны. Нет. Мы же рассказывали вам.
перенесли. Позицию импровизации. Так что запаситесь, пожалуйста, терпением.
Никита, я думаю, что вы все будете рады вдвойне. Так, ну что, под ваши бурные и продолжительные аплодисменты еще раз хочу напомнить имена наших финалистов. Никита Зрелев. И Виталий Дунченко, сделайте, пожалуйста, шапку. Стесняюсь попросить вас, уважаемые судьи, вернитесь, пожалуйста, под бурные аплодисменты всех присутствующих. Нужно выбрать победителя. Да, это жестокий, к сожалению, шаг, но приходится выбирать. Мне показалось, что гитара больше горела у Зыкова, поскольку выше горячая гитара. Момент огонька все-таки у Никиты больше был. Поэтому я спасибо. Подожди, не гори. Не гори сильно. Так, Алексей, можно попросить вас вынести ваш вердикт? Вот дальше хочу, как лучше. А я? Раз уж пошла такая пьянка. Так, друзья, секундочку, я понимаю, личные предпочтения. Я понимаю, мы на эту тему поговорим как раз во время рок-караоке. Нам будет о чем поговорить, о мальчиках в очках и без очков. А, вот, кстати, еще один мальчик в очках вышел, хотя, конечно, он уже совсем не мальчик, но тем не менее. Алексей Смирнов, группа «Кафе». Ваш вердикт. Друзья мои, я вот снял очки, как вы видите, чтобы не было никаких личных предпочтений. Вот серьезно. Я думаю, что если меня не расстреляют сегодня сторонники одного или другого кандидата... Он по-своему хорош. Вот пусть Зелинский теперь разбирается. У Зелинского вообще ногти накрашены. Я не знаю, что сейчас вам скажу. 1-1, парни. Это искренне совершенно. Совершенно честно. Вы хороши оба. Слушайте, ну отлично. Тогда я попрошу Павла Зелинского медленно идти, чтобы интрига, как говорится. Павел Зелинский, под ваши аплодисменты. Нормально подосрал ты мне, да, братишка. От души, да. Скажи, что тяжело выбирать. Объективно, без обид. Единственный гитарист, который мне реально нравился, его слили на альбом. Поэтому как бы у меня тут такая ситуация прям на грани фола. Да. Поэтому я всегда в таких ситуациях, когда я не знаю, что делать, ей-богу, я вам клянусь, я просто вообще не понимаю, что происходит, да? Поэтому мы пойдем простым методом исключения. Будем применять, так сказать, нашу логику, да? Давайте рассмотреть логически. Вот человек играет быстро на гитаре. Быстро играет на гитаре, да? И Никита, допустим, на гитаре играет прям очень медленно. Причем, я так смотрю, он еще, принял чутка, да? Вот, поэтому играет very slow, да, такое? Прям на филинге. Никита, вы не торопитесь собираться. Он долго говорит, но финал еще неизвестен. Вы зря сворачиваетесь. Да, Никита, собирался, все хорошо, да. Я просто даже не знаю, как этот весь эпический трэш подвести к какой-то, да, одной линии, да. Вот. И он играет так прям очень медленно. То есть, если мы разберем эту ситуацию по полкам, то один как бы на крокодиле, да, его прям, чутка подснизил, а второй прямо он вкинулся нормально метром, да, его прям. Понимает и того, и другого, это нормально. И все такое. Поэтому тут, конечно, нельзя на самом деле выбрать объективно, как Леша сказал, да, между ними, но нельзя выбрать, они прям супер разные, да? Вот. И я еще раз повторяю, что единственный гитарист, который мне реально нравился, сказали, что он как бы там что-то не алло, вот, поэтому его нет, да? Вот. Я предлагаю на самом деле поступить очень просто. Давайте устроим зрительское голосование и просто будем орать. И все сами собрались. Кто громче орет, тот и выиграл. Все, конец. Поэтому давайте я возьму на себя это тяжкое бремя, да, и мы просто скажем, вот Никита играл. А тут хороший. Да, опустился, да? Понятно. И вот играл Виталий. Братишка, сорян, мы старались как могли. Все, конец. Спасибо!
как говорится, смешная ситуация, Павел Зелинский. Большое спасибо, поаплодируйте, пожалуйста, нашим судьям. Бог вам, судья, как говорится. Так, ну что, разрешите тогда вручить подарки. Никита, подождите, собственно. Мальчик-мальчочка. Во-первых, школа аплодисментов, действительно, человек раскрылся до самого конца. Но тем не менее. Держите, пожалуйста. За второе место у нас предусмотрен такой вот приз. Годовое обслуживание, один инструмент, Spiral Cannon, гитарная мастерская, Алексей Лебедев. Держите, пожалуйста. Если адрес нужен, процитируем, как говорится. Ну и встречаемся в баре. Ваши бурные аплодисменты. Пожелаем удачи в будущем. Ну, вам, кроме аплодисментов, радости и выкриков женщины, которая любит мальчика, почка. От Right Place достается главный приз 10 тысяч рублей. Я вижу грустное лицо хозяина Right Place. Ну, конечно, не очень приятно на 10 рублей стать чуть-чуть беднее, но тем не менее, знаю его лично, я думаю, что он будет на самом деле очень рад вам сделать этот подарок. Зачекайте гитару, проходите к стойке бара, вас там как раз встретят, накормят, напоят и, возможно, даже спать уложат. Ну что ж, огромное спасибо, это было весьма неплохо. Огромное спасибо нашим свиньям за чувство юмора, гитаристам за чувство музыки и творчества. Да, друзья, проводите аплодисментами, попробуйте. Спасибо.